Жми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Сузбай.ру — это то, что нужно, не трать в стиме много денег, глупый. Сузбай рулит, за копейки много игр ты себе купишь. Сэкономил много, позволил Гуччи. Сузбай.ру, что может быть лучше? Влетаю на сайт, скупаю, что нужно, могу я позволить. Ведь дешево, слушай. Ссылка в описании. А по моему промокоду Райли ты получишь скидку в 10%. Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Райли. Я очень рад приветствовать вас на своем канале в этот чудесный, шикарный день. Напишите также в комментариях, как у вас проходит сегодняшний день. Мне очень интересно. Я бы хотел передать особый привет Борису Алексеенко, приветик тебе Данил Кирьянов и большой пламенный приветик тебе Настюша Питерская. Спасибо вам, друзья, огромное за то, что вы меня смотрите. Вы самые лучшие. Мне очень приятна ваша поддержка. Ну что ж, ребят, сегодня с вами продолжаем проходить Far Cry 5. Напомню, что мы в прошлый раз оторвались от сектантов, да, потеряли всех своих напарников. Вот, ну и также познакомились с вот этим молодым человеком. Ну хотя, как и он молодой, немножко старенький, который нас спас от самих этих сектантов. Вот, ну и сейчас наша следующая миссия — это переодеться. Переодеться, так понимаю, сейчас будет кастомизация персонажа. В прошлой части мы на этом и закончили. Вот, так что давайте выберем себе персонажа. Какого-нибудь такого мощного. Так, ну, вот этот мне не очень. Как-то мне нравится вот этот больше. И вот этот, только не знаю какой. Можно его повертеть, да? Так, такой. Ну, в принципе, вот такой интересный. Давайте его выберем. Так, цвет. Давайте белый. Белый. Вот, и выберем себе причесочку, я так понимаю, да? Так, это у нас такая моднявая. Так, это у нас еще моднявее. Это, видимо, у нас такой блондин, да? Так, это у нас он брюнет. Так, это у нас... Ага. Ага. Так, 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 так. Это у нас... Ну, такие мне не нравятся вообще. Так, тут у нас кучерявый. Нет, кучерявый не надо. Вот у нас будет обзывать кучером. Так, ну давайте выберем, знаете, вот такой. Мне нравится вот на самом деле вот такая прическа. В общем, подтверждаем. Подтвердите ваш выбор окончательно и не может быть изменен. Подтверждаем. Вот дальше у нас торс. Так, категорию. Ага, давайте, может, случайно. Ага, вот. Так, ну давайте, может быть, выберем, не знаю, так, американская майка, так, рубашка, ну можно выбрать какую-нибудь, ну не знаю, интересная майка, вот, допустим, коричневая, без разницы какая, ноги, ноги у нас камуфляжные, можно взять синие, возьмем синие, так, головной убор, что у нас по головному убору, можно взять кепку, в принципе, без разницы, без разницы, можно без головного убора. Ну, можно взять кепку, так он выглядит немножко опасней. Так, руки. Краги. Так, перчатки. Ну, можно взять вот эти. Или вообще ничего не брать. Ну, хотя, знаете, давайте возьмем вот эти перчаточки. Ну и, в принципе, на этом закончим. Подтверждаем, нажмем F, и все. В принципе, мы переоделись. И теперь можем спокойненько теперь идти к этому молодому человеку. Где он тут? А, я немножко запутался. Так, идем сюда. Давайте с ним поговорим. Что происходит? Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Ага, то есть я понимаю, наши друзья живы. Но пока что. Так, берем оружие. Береги себя. Вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера.
Ага, я понял, братиш, я понял тебя. Так, нужно перевыйти на поверхность. Сейчас мы находимся в бункере. Вот, нам дали оружие. Это уже радует. Можем взять лопату. Так, удерживайте Q, чтобы открыть селектор оружия. Так, с помощью так-то-так-то-так. Основное меню. Можно выбрать в верхней части селектора. Ближе, так, метательное. В нижний доп. Ага, понял, окей. Давайте, ага, вот, все, я понял. Так, оружие, лопата. Ага, пистолетик. Ну, в принципе, вроде все понятно. Так, возьмем пистолетик. Вот, и выберемся на поверхность. Или лучше взять вместо лопаты трубу. Я думаю, лучше трубу взять. А хотя тут можно и лопату, и трубу брать. Прикольно. Ладно, берем пистолет и покидаем это убежище. Превосходно. Капец, графони, и мне очень нравится. В общем, теперь я не знаю, куда нужно идти. Если ты хочешь организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Угу, понял. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Понятненько, понятненько. То есть нужно всем помогать, выполнять задания и... Камеры по всему острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Ага, вот у нас получается первая... Помощь. Ты за все заплатишь. Все, так быстро. Давайте возьмем... эмочку. Прошу, помоги мне. Так, выберите метательное оружие в селекторе, нажмите Q. Так, метнуть. Понятно, колесико мыши. Прекрасно. Динамит, боеприпасы, стрелы. Ну-ка, так, ну, братюн. Спасибо, что спас мою задницу. Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Так, открыть карту. Угу, затонувшие сокровища. Понятно, так. Тайник выживальщиков. Ого, нифига тут... Сколько всего. Я думаю, это только часть. Хорошо, нам нужно сейчас освободить этот остров полностью. Тут у нас, я так вижу, мост разрушенный, да. Перейти мы никак не сможем. В общем, нужно двигаться до тайника выживальщиков. Пронесло. Спасибо. Здоровья, братюнь. Погнали, в общем, до тайника эдемщика. Если я так правильно... Если я правильно назвал его. Да? А, тайник выживальщиков, тайник эдемщиков. Что я сейчас сказал? Ну ладно. 30 метров. Я сейчас понимаю, тут должна быть перестрелка, да? А, нет. Так, тут что-то прочитать. Привет, Майк. Я попытался добраться до подземной нычки, но главную трубу прорвало и все затопило. Понятия не имею, уцелело ли что-то. Надо как-то запитать насос и откачать воду. Я знаю, что переключатель в лодочном сарае, но он закрыт, а ключ ты мне не оставил. Так, все, разбирайся сам. Так, ключ у нас где находится? Ключ не оставил, хорошо. Так, ну да, я так понимаю, тут мы под водичкой. Так, тут у нас лопата, так. Стрелы взяли. Так, я думаю, нужно выбираться, потому что сейчас мы задохнемся. Да-да-да, тихо, быстрей! Слушай, да ты сорвал джекпот! Где-то тут тайник выживальщиков, в котором они нычат кучу полезного хлама. Попробуй попасть туда, снаряг пригодится. Так. Так, вот он, лодочный сарай. Ага, идем сюда. Вот, что тут надо сделать, так, обыскать. Боеприпасы для винтовки, 20 баксов. Нужен ключ. Ага, то есть туда можно, мне кажется, прорваться, да?
Там я так вижу акулу там или что это? Ладно. Идем сюда. Так, нужно сейчас забраться, да? Где тут у нас? Как прыгнуть? А, все, запрыгнули, отлично. Так, что тут у нас? Взаимодействие, да? Питание мы вроде отключили, или что это мы сейчас нажали, не понимаю. А, ключ. Все, ключ открываем. Тут у нас аптечка. Да, весло, весло, я думаю, нам не нужно. У нас есть лопата, труба, все отлично. Все, мы можем выйти. Ну а теперь нам нужно идти... А, откачивать насос, точно. Откачивать воду, точнее, насосом. Так. Нет. Нет, не сюда. Нам нужно, наверное... Вон туда. Или куда нам вообще нужно? А насос вот он, наверное, да? Или где? А, короче, я допил. Нужно было просто повернуть этот рычаг. Ну-ка, если мы станем напротив воды. Ну, как бы, знаете, немножко недоделано разработчиками. Не будем, короче, придираться. Ладно. У нас, я так понимаю, выкачивается вода. Теперь мы можем исследовать все это дело. Так-с. Что тут у нас есть? А, давайте-ка возьмем, знаете, трубу. И разобьем вот эту баррикаду. Так, тут у нас... А, все, мы в наше затонувшее сокровище. Чем немножко, конечно, не понимаю, что вообще тут происходит. Так, 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 куда тут взять? А что взять? А, деньги, 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 берем деньги. Так, у нас тут есть арбалетик, да? Точнее, лук, что я говорю, арбалет, это ж лук. Так, и пистолет, да, пистолет или автомат. Интересно, что лучше, автомат или лук? Ну-ка, давайте, наверное, попробуем с луком походить. Возьмем деньги. Так, в принципе, мы все тут взяли, да? Все, больше ничего. Ну и, я так понимаю, теперь нужно нам... освобождать вот эти вышки. Так, задержать дыхание, понятно. Так, давайте освободим вот эту вышку. От этих эдемщиков, или как еще их назвать. Так, нам нужно сейчас наверх. Или куда? Непонятно. Можем забираться сюда, сюда. О, какие прям... скалолазы мы с вами. Так-с. Что тут у нас еще есть? Какие-то двери. Заперто все. Так. А, это свой. Что надо. Съезжу сегодня к реке. Я твой должник. А, это тот чувак, которого мы спасли. Понятно. Так, читать. Жатва началась, отец повелел устанавливать такие алтари по всему региону, чтобы нести его слово, когда алтарь будет готов, любой ценой защищать его грешников, которые попытаются причинить ему вред. Мы строим эти святыни, чтобы мудрость отца пустила корни и дала восходы. За врата Эдема. Понятно? Алтарь сектантов. Ага, нужно теперь идти туда. Угу. Тут у нас ничего нету, я так понимаю. Или есть? Где ты заметил следы поджога. Черт знает, чем этот индюк занимался наверху, но сейчас небо чистое. Дым валит столбом. Надо бы взглянуть поближе. Не пойму только, что здесь сектанты забыли. Их куча. Они прочесывают лес и кричат. Походу, ищут кого-то. Выглядят так, как будто давно не мылись. Еще и вооружены винтовками и дробовиками. Только что мимо проехал целый грузовик таких. Пожалуй, я... Черт возьми! Угу. Понятно, эту девушку, мне кажется, я поймали. Можно мясо заготовить. А... Ищут они нас. Ага, понятно. Так, теперь, я так понимаю, нужно идти до алтаря сектантов, да, где там он находится. 160 метров.
Ой, ой, не разбейся, братишка. Так, с луком это немножко пафосно выглядит. Да можно пистолетик взять. Сколько у нас тут? 27 патронов, да? Или сколько там? А, я конечно... Так, лагерь рейнджеров. Прикольно, еще что-то нашли. Это свои? А, нет, это враги. Не, давайте возьмем лук. А, мы его освободили? Так быстро произошло, я даже ничего не понял. А, вот так вот, да? Хм, поразительно. Хм, супер. Ладно. Так. Давайте на обычными, чем пацанов. А нет, это уже наши, это уже свои. Спасибо. Спасибо. Понятно. Да, было бы неплохо, было бы неплохо. Лэнс, даже не знаю, как тебе помочь. У Сидов нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Ты говоришь, их люди шарятся вокруг, делают замеры и все такое. Думаю, можно предъявить им, что они вторглись на чужие владения. Да, они чудные и неразговорчивые, но наверняка отстанут, если ты их припугнешь. Разве эти набожные сморчки могут быть опасны? Хм. Тоже интересный такой разговорчик. Ладно, в общем, отправляйтесь к рыбацкой пристани. Угу. Где тут она? Нужно идти в ту сторону, что 160 метров. Я так понимаю, сейчас будет полнейшая перестрелочка. Так, перезаряжаем пушечку. 14 патриков. Было 19, стало 14, поразительно. Так, я так понимаю, там кого-то нужно спасти. Ну-ка, давайте с помощью лука. Не попал. Парень, ты куда-то забагался. Не умею стрелять из лука, к сожалению. Куда ты убежал? Алло, брат. Ты куда убежал? Дед, тебе пекаль, пекаль дайте мне. Так, давайте тебя обыщем. Нет, с арбалета как-то у нас не получается. Но можно его использовать, если по стелсу, но по стелсу не получается у меня. Может быть, я... плохо стреляю, видимо, из-за этого. Так, где тут у нас этот тупик? Возможно, давайте возьмем арбалетик, потому что, я так понимаю, пушечку мы можем взять в любой момент. А арбалетик вряд ли. Не могу поверить, вот он. Заменим его. Сколько у нас там? 5 стрел? Ну ладно, 5 стрел, так 5 стрел. Думал, сдохну тут. Спасибо. Так, все, мы тебя освободили. Веди меня в бой. А, хорошо, брат, идем. 120 метров. Раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их все. Так, управляйте наемниками. Ж, чтобы перейти к указателю, Ж, чтобы пока атаковать. И если не заметили, он пытается дальше действовать скрытно. Пусть отлично. Так, все. Нас засекли. Ох, как красиво это было. Все, да, освободили? Да, отлично, так быстро произошло опять. Не, я думаю, нужно заменить на винтовочку. После такой головомойки святоши вряд ли вернутся.
Так, взрывчатка. Так, что тут у нас еще? Ага, та же. Так же. За мной. Ни хрена себе. Восхищаюсь тобой. Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Мы... Жатва началась так-то так. Мы это уже видели. Спасибо. На здоровье, братишка, погнали. 300 метров до радиовышки. Ладно, как скажешь. Ой, за мной. Куда ты? Не могу я. Где ты там? Пошли за мной, пошли к радиовышке, братюнь. 300 метров нужно добраться. Или туда, как им управлять, немножко не понял. Ну ладно, не будем обращать внимания. Погнали, в общем, до радиовышки. Опять освободим кого-то. Каких-то челиков. А вон алтарь. Так. Нажать, отдать приказ, удерживать, следовать. Все, отлично, нужно было удерживать просто, и все. Ой, как красиво мы прыгнули. Давай. Нас засекли. Тихо, давай, вылезай ты уже, ё-моё. Контрол, используем аптечку. Так. Хороший выстрел! На. А, нужно просто взорвать ее, да? А. Я умираю! Не бросай меня! Вот так это все выглядит, понятно. Вдруг найдем что-то полезное. Стрелы, метательный нож. Так, ну, в принципе, все. Погнали, в общем, до вышки. Аптечка нам пригодится. Мы две использовали, одну компенсировали, а в итоге мы в минус одна. Так, берем эту вышку. Сейчас, я думаю, мы ее должны захватить. Так, что у нас по острову? Здесь мы были. И, в общем, добежим до туда. Так, ее так нужно, мне кажется, захватить, да? Или что с ней сделать? Давай. Все, здравствуйте. Нужен ключ. Ага, забираемся. Включите антенну на радиовышке. Это толком нет. Хорошо, что многое можно отобрать у Святоши. Хм. Это как, знаете, в Сталкере тоже люди разговаривают. А, ну да, если мы пойдем, то будет больно, к сожалению. Да, как я уже упомянул, в Сталкере НПС тоже разговаривает, там, знаете, эти все коронные фразы, там, не помню, если зона, там, про зону, там, всякая эта ерунда. Так, хорошо, так, использовать взаимодействие. Что, все? Я даже сегодня вообще ничего не понимаю. Для меня это вообще в новинку. Так, открыл. И куда нам теперь? Взгляни на картину целиком. Отдали карту, чтобы увидеть весь округ. Ух ты! Включает три региона. На севере горы Уайтейл. Там хозяйничает Иаков, старший в семье Сидов. Иаков обучает сектантов и отлично справляется. Элай и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмет их к ногтю. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Там правит Вера, младшая сестричка. Я наслышан о том, как люди теряют рассудок в этой блаже. Теперь про запад. Долина Холланд. И он заявился туда и забирает для секты все. Ух ты. Еду, припасы.
инопланетные рисунки. Прикольно. А, вот это, я так понимаю, такой нейтральный остров, да? Вот это вот такого дядечки спасителя. Бумер сходит с ума, я не знаю, что делать. Это ферма Рейлей. Ух ты, блин, прикольно тут все так сделали. Прям, знаете, как на Google картах. Google карта тоже, если так открыть, приблизить, то все то же самое будет. Хм, наводить? И будет какой-то диалог. Прикольно, да, тут сектанты много чего сделать. Сектанты захватили фолстенд. Если вы меня слышите, нам нужна ваша помощь. Это Мэри Мэй. Это Грейс. Я в церкви. Это Грейс. Я в церкви. Это Грейс. Я в церкви Агнца Божьего. Сюда наступают сектанты. Кириально. Это Грейс. Мне так нравится теперь эта игрушка. Я обязан ее пройти, ребят. Я обязан ее пройти. Так, ну и, в принципе, какая наша дальнейшая цель? Все мы грешны. Каждый из нас. Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Ой, это та женщина, которая с нами на вертолете летела. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Гениально. Это как реклама какая-нибудь. Такого не вас заставляют купить что-то. А мы к вам придем, чтобы вы купили. Твоя напарница Хадсон, Уиона. Ей приходится нелегко. Так, ну и в принципе, я думаю, пока что можно закончить на этом. Я думаю, в следующий раз мы уже спасем эту подругу, нашу напарницу. Вау. Которая была на вертолете. Вот немножко засмотрелся на вот эту интересную статую. Прикольная, ребят. Так что, ребят, я думаю, на этом можно закончить. Начнем в следующий раз задание False Eld, или как оно там называется, в общем, с него. Спасем нашу подругу и все в этом духе. Я думаю, вам понравилось, ставьте большущий палец вверх, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать на моем канале. Пишите также в комментариях, хотите ли вы видеть прохождение на моем канале Far Cry 5, мне это очень важно. Ну что ж, с вами был, как всегда, Райли, желаю вам всем удачи, оставайтесь такими же классными, никогда не болейте, берегите обязательно себя и своих близких, и увидимся в новых видео. Пока.